Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу про свой небольшой, хотя как небольшой, я смотрю, что на столике передо мной стоит довольно много парфюмов, заказ из интернет-магазина Aroma Boutique. Новость совершенно для меня, интернет-магазин, который просто поразил меня своими низкими ценами. Я писала об этом в своем телеграм-канале, делала небольшие подборки. Кстати говоря, если вы не подписаны еще на мой телеграм-канал, я оставлю ссылку на него в первом закрепленном комментарии, подпишитесь. Я пишу о разных интересных предложениях в разных интернет-магазинах, которые я нахожу, делюсь этой информацией с вами. Более того, у меня сейчас появился промокод на Aroma Boutique, он дает скидку 5%, если вы заказываете не в первый раз, а если вы заказываете первый раз, то скидка будет 7% на заказ. И да, эта скидка применяется сверх вот этих низких цен. Действительно, цены поражают. Нисколько не лукавлю, они низкие, они ниже, чем в других интернет-магазинах. Интернет-магазин для меня новый, но он находится в белом списке. Многие писали мне отзывы про этот интернет-магазин, и я решилась на заказ. Сегодня все вам покажу. В инфобоксе оставлю ссылку на интернет-магазин, как всегда, ссылки на все ароматы, которые вы сегодня увидите, и также, как я и сказала, промокод на скидку 5%. Кто-то писал, что 5% это небольшая скидка. Ну да, как бы небольшая, но глядя на эти цены, мне кажется, что еще сверху получить 5% это просто супер. В общем, если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. А, кстати говоря, если у вас есть опыт заказа в интернет-магазине Aroma Boutique, обязательно напишите его в комментариях, как все прошло. У меня все прошло гладко, все прошло хорошо, и была еще и бесплатная доставка. Ну что ж, давайте начнем. Начну я с аромата, который я очень давно хотела купить. Вы знаете, неоднократно я показывала вам свой бедный флакончик «Танца стрекоз» от Набиле 1942 и говорила, что там было буквально пару капель, и я говорила, что вот скоро я обязательно куплю этот аромат снова. И постоянно это откладывалось. Наверное, откладывалось из-за цен, но я сейчас поняла, что я ждала именно этого момента, когда я увидела цены на «Танец стрекоз» в магазине Aroma Boutique. Я поняла, что больше нельзя медлить, заказала. И вообще цены на бренд Набиле 1942, они просто смешные. Я тоже делала об этом пост в своем телеграм-канале. Кстати говоря, забыла вам еще сказать в начале, что это видео будет дублировано на все площадки Рутуб, ВК, Дзен, Ютуб. Смотрите там, где вам удобно. Итак, я купила свой «Танец стрекоз», купила новый флакон, наслаждаюсь сейчас этим ароматом. Со спокойной душой закончила капельки, которые были в старом флаконе, и все. Мне этот аромат очень нравится, он прекрасный. Во-первых, это мой любимый аромат бренда Набиле 1942. Во-вторых, вот, наверное, в топ-20 любимых ароматов он также входит. Это такой, знаете, вроде как гурманский аромат про яблочный штрудель с щепоткой корицы, с ванилью. Но в то же время в нем есть какая-то воздушность, легкость. И мне кажется, что такая гурманика уместная в любой сезон, уместная в любой ситуации. Классный, правда, очень классный аромат. И я на 100% довольна, что он ко мне, ну не то чтобы вернулся, что я снова купила флакон и снова могу наслаждаться, поливаться этим ароматом, потому что когда во флаконе было несколько капель, мне было жалко им пользоваться, не тянулась к нему рука, и вот теперь буду снова наслаждаться. Купила я тоже дубль аромата, который есть в моей коллекции. Это аромат от бренда Maison Margiela, линейка «Реплика». Называется он «By the Fireplace» у камина. У меня во флакончике тоже немного, и тоже по причине того, что там так немного парфюма, у меня к нему не тянулась рука. У меня вот так бывает, когда во флаконе остается там 10-15 миллилитров, то все. Я к нему больше не подхожу, мне его жалко, я пользуюсь другими ароматами. Но есть ароматы, которые мне очень нравятся и которыми хочется пользоваться, поэтому проще сделать дубль. Дубль этого аромата я и сделала, взяла себе максимальный объем, 100 миллилитров, купила тоже по причине прекрасной на самом деле цены. Аромат для меня это очень странный, очень нишевый, теплый, но в то же время в нем есть что-то, что меня
очень сильно привлекает. Название у нас «У камина». Здесь у нас изображен огонь. И мне кажется, что не зря для меня этот аромат пахнет какими-то сладкими пылающими кострами. Это супер нишевое звучание, но оно такое окутывающее, такое теплое, согревающее. Просто супер. Осенью я очень люблю носить этот парфюм. И вот теперь у меня есть полный флакон 100 мл для того, чтобы наслаждаться этим ароматом осенью. И я покажу вам еще 5 ароматов бренда Juliette Hezegan. Также в своем телеграм-канале я писала, что на Aroma Boutique была прекраснейшая акция, скидки на бренд Juliette Hezegan. Я так подумала, что вот на данный момент у меня в коллекции от Juliette Hezegan нет почти ничего. И вы знаете, у меня с ароматами бренда Juliette Hezegan происходит так, что периодически я их покупаю, пользуюсь ими, продаю остатки во флаконах, потом снова покупаю, и вот такой круговорот Juliette Hezegan в моей коллекции. Кстати, я снимала видео про ароматы, там, в которых я разочаровалась, и в комментариях там многие обижали, что вот как так, она же показывала их в своих видео, а потом она говорит, что разочаровалась. Ну, ребят, я обычный человек, у меня, как и у всех, сегодня очаровалась, завтра разочаровалась, послезавтра снова очаровалась. Это норм, это происходит и с парфюмерией, там, и с одеждой, и с чем угодно это может произойти. А вот, например, с ароматами Juliette Hezegan именно так. Я их продаю не потому, что я в них разочаровалась, там как-то поднадоедят они мне, продам я их. Потом снова захочется этими ароматами пользоваться, снова куплю. Как бы для меня это нормально, вот такая я легкомысленная. Что я купила себе от бренда Juliette Hezegan? Самый, мне кажется, классный аромат бренда – это аромат сладковатый, про малину, про маршмеллоу, он слегка пудровый, чем-то по звучанию там в одном направлении напоминающий мне гипнотик, пуазон. В общем, классный аромат, очень женственный. Один из моих любимых ароматов бренда, и решила, что он точно должен вернуться в мою коллекцию. Мой самый любимый аромат бренда – это Леди Месть, наверное, самый серьезный аромат от бренда Juliette Hezegan. Это связка розы пачули, здесь есть немножко нуарности, немножко мрачности, на осень классно заходит, а скоро осень, поэтому этот аромат тоже вернул в свою коллекцию. Также купила липстик Fever. У меня этот аромат вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, мне нравится его вишневая помадность, потом у меня вдруг что-то начнет отталкивать в нем. Но вот сейчас хочется им пользоваться, и вообще в моей коллекции очень мало помадных ароматов. Решила, что этот помадный аромат у меня точно должен быть. Это действительно аромат на тему помады, такой немножко жирный, с вишневым слегка оттенком. Кстати говоря, кто тестировал новинку от бренда Juliette Hezegan, Juliette, это аромат на тему вишни, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, я посматриваю на него, но не знаю, стоит ли заказывать, потому что отзывы противоречивые. Сделала дубль аромата Lily Fantasy, у меня пару капель во флакончике есть, и вот опять та же самая история, когда пару капель, рука не тянется, флакон стоит мертвым грузом. Решила поэтому взять полный флакон, те остаточки допользую и буду пользоваться этим ароматом. Это аромат на тему виноградной туберозы, кто-то писал там про жвачку Bubblegum, я вот жвачку не ощущаю, но возможно какие-то там виноградные леденцы, виноградные конфеты, аромат позитив. В нем есть мускус, который для меня не раскрывается плотно. В общем, тоже буду пользоваться. И еще последний аромат, это Miss Charming, аромат на тему розочки с фруктами. Тоже очень-очень замечательный. В общем-то, купила почти все ароматы из именно старой гвардии Juliette Hezegan. Мне кажется, что они самые удачные. И несмотря на то, что ароматы Juliette Hezegan это ниша вроде как, они очень простые, очень понятные, точно никого не напугают и очень при этом доступные по цене. Ну что ж, и на этом все. Рассказала вам про свой заказ из интернет-магазина Aroma Boutique. Делитесь своими впечатлениями, если вы знакомы с какими-то ароматами из этого видео, вам есть что о них сказать, пишите в комментариях, пишите, как вы относитесь к бренду Juliette Hezegan, и есть ли у вас то же самое, что у меня с вот этими остаточками в флаконе, или вы любите все использовать до конца и только потом купить новый флакон. Жалеете ли вы эти остатки во флаконе так же, как и я?
С удовольствием почитаю ваши комментарии и также пишите свое мнение про интернет-магазин Aroma Boutique. Мне интернет-магазин очень на самом деле понравился своими привлекательными ценами, которые я давно не видела. Также в конце хочу пригласить вас в три моих сообщества. Это мой личный телеграм-канал, моя парфюмерная барахолка и моя группа Распьем. Ссылочки вы найдете в инфобоксе. Я буду очень рада вас там видеть. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я желаю всем отличного настроения и всем пока-пока!